Всем привет! С вами снова Виктория, и вы на канале о жизни в Египте, в Хургаде. Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, 21 марта, День матери, как вы все знаете, мы приехали в один из самых больших отелей, это Альбатрос Палас. Все вы знаете, что это сеть отелей, и вот сегодня мы сделаем обзор этого прекрасного, здоровенного, огроменного отеля. Поехали! Итак, мои дорогие, проходим в серединку. С левой стороны находится ресепшн, и вот так выглядит холл главного корпуса. Если честно, я тут еще не все изучила, только приехала, увидела море, пляж и вернулась назад снимать. Поэтому будем изучать вместе, мои дорогие. Поднимаемся наверх, здесь проходят завтраки. И смотрите, какая здесь панорама потрясающая. Вид всего отеля. Это помещение для завтраков и ужинов. Обед находится ниже этажом. Сейчас мы спустимся туда. Я так понимаю, там внизу уже сейчас будут обед готовить. Идем посмотрим, что внизу. Вот мы спустились вниз. Здесь уже время обеда. Люди уже готовы. Я сейчас подойду, посмотрю, что же там у нас на обед. Идемте посмотрим. Так. Здесь жарят котлетки на улице. Идем поочередно, посмотрим на все ресторанчики, все отделения. Так, жареная курочка. Гриль. Теперь идем дальше. Так. Я так понимаю, здесь основной прием – макароны с мясом. Ух ты! Шашлык. Вау! Мясо, мясо, да? О, спасибо, спасибо. Два кусочка. Иду кушать еще. Обед у меня продолжается. Ой, очень вкусное мясо, друзья, с огня. Если честно, все знают, что я вообще к мясу отношусь спокойно. Я больше сказать вегетарианец, но барбекю всегда меня не оставляет равнодушным. Рис с макаронами, овощи с картошечкой и пицца. И в этом отделе пекут пироги. Вот такие. С мясом, с сыром. Это пицца или пирог? Это пицца. Пицца? Да.
Так, 3 часа дня, уже солнце немножечко подсело, уже такие мягкие лучи. Давайте с вами пройдемся по территории отеля. Наконец-то. Мои дорогие зрители, идемте. Так, интересно, здесь вода теплая или нет? А ну, Виктория сейчас попробует. О, классная водичка. Прекрасная вода. 130 сантиметров. Этот бассейн. Можно плавать, нырять. Так. Смотрите, какая красота. Альбатрос Палас. 5 звезд. Сцена. Потрясающее местечко. Лежаки классные. Защита от солнца. Идемте пройдемся к аквапарку детскому. Жемчужина этого отеля – это детский аквапарк. Вот где дети по-настоящему счастливы. Дуже велика, чиста територія, харчування прекрасне, дуже зелена територія, великий пляж, дуже багато місця для діток. Так, Емо, як вода? Отдыхаем в этом отеле Альбатрос, нам очень нравится. Ну, солнышко, все хорошо, питание отличное. Море прохладное, но, говорят, быстро теплое. Ну, дайвинг хороший здесь, кораллы, рыбки. Знаете, что это, дорогие мои? Это джакузи. И сейчас мы с вами пройдемся туда ближе, познакомимся с девушкой, которая в джакузи. Здравствуйте! А, ну, трашен! Смотрите, какая свадебная дорожка потрясающая. Вообще. Идем на море. Представляете, какая здесь красота вечером. Я уверена, что здесь лампы светятся. И такой невероятный романтический вид. Так, приближаемся к морю. О. Отдыхаем здесь уже 6-й день, нам очень нравится. Классное море, много рыб, вкусная еда, классный сервис. Здесь выдают полотенце. И вот такая дорожка на пирс. Прекрасное место. Потрясающее место, друзья. Я влюбилась очередной раз в своей жизни. Вот уже солнце близится к закату. Очень такая мягкая обстановка. Мягкие нежные лучи. И море в это время особенно волшебное.
кайтсерфинг и дайвинг. Пожалуйста. Пляж с обратной стороны. Любуйтесь этим прекрасным местом. Добро пожаловать!